Ну, я надел наушники. Молодец. И тут звук отвратительный. Смотри, некуда Зангиева играет. Как это понимать? Купил стик, точнее, сделал стик и решил, что он будет 360 крутить. Блин, термин, знал бы ты, какой у тебя отвратительный голос в этих наушниках звучит. Ну чё, нормальный? Попробуй назад вернуть. Лишь бы эхо от тебя не было. Интересно, какой Неку себе геймплан нарисовал против Гайла играть? Я не увижу, я не заметил, что он Гайла выбрал. Он будет подходить. А дальше чё? Блин, мне звонят, подождите недолго. Мне тоже могут позвонить. Окей. Не сейф-джамп это был. Явно. Мы же до трех, да? Да. А, окей. Я вернулся. Да, я вернулся же, да? Да? Да-да, ты там посматривай на стриме, таблички нормально выглядят с никами, а то мне сложно в маленьком окошке понять. Просто стрим без звука поли. О, Кэмми подвезли. У Неку ник не идеально ровно посередине. Ну, я думаю, такой перфекционизм, почему? А так сойдет. Только топ очков не видно. 50 тысяч. Так. Короче, нормально. Антиэр, флешкик уже второй раз. Довольно солидно. Я сегодня смотрел этот Canada Cup Super Turbo. Там Джеймс Чен финал комментировал. Вообще было зашибись. И какие там чары были? Финалы. Три Хонды и Олдрю. Отлично. Даже американский. А, нет, еще Кен. Матсон. Матсон же выиграл. Фиолетовый Кен. И этот, Кусамонда Хонда. Я думал, они сами уже только так Хондой катают. Все. Там два разных Хонды были, причем один Олд Хонда. Шогатсу. Арпас. Олд Хонда, подсечка. Опять Гайл выиграл, что ли? Или... Нет, я. А, 1-1. Ты давай там. О! Эр Кроу. Ванишит. Ну да, этот куф в этой части не дефенс. Им лучше летать, да? Какая спокойная да, игра. Карты. Да, не высаживаемся, не торопимся. Еще 65 секунд. О, нейтрал джамп хорош. Вкатился. Еще и подлагнуло в этот момент. Ой, наказал даже. Я супер водил! Кабаный стик. Я знал, что где-то тут супер появится. Так на супере, на стике супер не ввести. Ввести? Не. Оба. Вернулись на русло. Давай там, лариат. Подножка. Yeah.
тик-броски там, обычные броски хотя бы. Того на этого. И смотри, свою хп не сливай просто так, раз у тебя лайфлит. Прыгай, короче, с лайткиком в воздухе, сразу лайткик жми, и потом СПД крути на пулемёте. Это слишком сложно. Да нет. А, укусил! Ты его поднул. Ба, пролез. Спокойно, у тебя еще много хп. Давай. Блин, он же тебя ловит на этом. Не делай ты варианта так, очевидно. Во, лайткик. Было уж немного предсказуемо. О, СПД, хорош. Ладно, этот раунд не стоит волноваться. Да все уже. А, еще третий, черт возьми. Да-да-да, еще нормально все. Ванзер просто туртл машина какая-то. Стригайл коммунист. Лариатом вперед-назад и панишишь его подножкой, его ногу. А в лес. Ой, офигевший. Не стригайл. Офигевший флешкик. Не пускает. Нет, здоровья мало уже. Последний. Умер как герой от удара, а не от какого-то там чипа. А, 3-1, да? Правильно. Да, 3-1. Решил повеселиться. Вау. Меня поблагодарил какой-то чувак за стрим. Рвач. Давайте, ресетите. Нет, стой, смотри, играют. Аутисты. И опять же этот стейдж врубился тот же самый. Почему стейдж не меняется? Хотя стейдж прикольный. Там курица кричит. Да, тут курица орёт и кукареку. Все дела. Блин. О, первый флеш. А Пачино же в SF5 Гайлом играет. Он, походу, решил тут тоже притвориться, что он умеет Гайлом. Пустую. Просто так супер сделал. Сейчас все равно выиграет, смотри. А, нет, Синкрос умный, однако. Хорошо, что текила это другая, не как та. А то какой прикол то одно и то же покупать, да? Ну, не в точности такая же, как та. Не, я помню, там в виде черепа бутылка была. Ответочка. Это вы уже потом, наверное, покупали. Пролетел. Другую. Ну, хоть в этот раз Аль Пачино затащил. Там же бутылка была в виде черепа прямо. Это вы уже после того случая покупали. Воу-воу-воу. 1-1 по раундам-то. А против меня все равно Вегу возьмет. Козленок. Слышь ты. Терминенок. Короче уже. Вам не Mirror Match, а фиг. В 2002 году. Это всякую. Да, да. Еще и бросок затечил. Вот. Ладно, 0.
Хайповые матчи Гайлов. Да. Я прям, я... Вот выйдет на YouTube, я прям это скачаю и сделаю нарезочку. Хайповые матчи Гайлов. Уже джадж, поддержка отечественного производителя. Ох ты, что это у вас там? Чё у вас там, вырубилось или чё? Прям лагнуло. Обнова пришла! Так чё, перезаходить? Чё-то случилось. Там Кросс пишет, Эмуль сдох. Ой, блин. Шипение какое-то пошло. Тихо-тихо, меня током бьет, прикиньте. Током его бьет. Серьезно? У меня сейчас... Это... Статическое электричество тут всюду так было. Ты заземлись! Короче... А батарею... У нас, она... Это, возьмись. Дальний Восток, аномальная зона. У нас тут сталкер начинается. Ну чё, вы перезапускаете? Меня хитбокс током бьет. Счет-то 1-0. Ну так я ж тебе говорил, нефиг официальные хитбоксы покупать. А, я думал хитбокс с DVD. Тогда бы уже были реальные проблемы у тебя, термин. Твои хитбоксы током бьются. Мои-то не бьются, это официальные бьют током. Настоящие, от производителя. Так сколько они выдают, они сколько минимум? Ой, так это же статическое электричество. Ты чё думаешь, там тебе 12 вольт ударит чем-то? Нет, 12, слушай, мне там не же 12 нравится, нет, там 5. У меня все моргает, как бы. Монитор гаснет, включается, я не могу подключить. Хитбокс, потому что он меня током бьет. Ну ты все еще на клавиатуре, в онлайне. Добрые времена. Ну да, но у меня не отрубился комп, как бы, но почему меня током бьет везде? Ну вытащи его, вставь обратно в УСБ. Так вот я и не могу его вставить, он меня током бьет. Ну играй на клавиатуре, как старые добрые. Ты давай ты там про клавиатуру-то, ты чё? С хитбокса обратного пути нет. Да а чё, да, на блин. Пробел просто кнопку вверх перекинуть и все. Это не работает, теоретик, блин. Ты пробовал? А я пробовал. Играл. У тебя, может, клава другая, механическая. Она нормальная клава такое не прокатывает, пробел залипает. А, ну... Это уже не мои проблемы. Так. У этих не коннектит, этого тока бьет. И все время Энкросс возмущается. Ну что вы там? Да блин, меня током бьет, слушайте, я не могу ничего сделать. У меня током бьет, монитор гаснет, и вспышки статического электричества. Все, все, давали. Срочно вали из страны. Ой, из города. Меня атмосфера тут враждебная, слушай, не знаю, что делать. Скоро принтер тебе бумагу стрелять будет. Я никогда с таким не сталкивался в жизни. Там пока Читай Мэй и Мистер Раш вроде как играют. Только непонятно, они играют в зачет или нет. Они все-таки сконнектились? Да, сконнектились. Слушайте, пока это... Поиграйте без меня, мы потом доиграем, я попробую что-нибудь придумать, я не знаю. Ну ты давай, прямо поэтому... сейчас придумывай. Ты что думаешь? Вот я сейчас и буду думать. Все, поэтому... пока мы стрим Таймэя с Йо Рэш и разбирайся со своей проблемой. Да, я пойду. Если только ударит, кричи, мы посмеемся. Я позвоню знакомому сталкеру, пусть он меня научит. Какой артефакт надо положить себе в карман. Давай, чики-брики да. И там, и в дамки. Да-да. Чики-брики в ДП. Подождите меня. Конец, что ли? Ну, блин. Отключился. Чё, они сыграли? Нет. Алло. Отключился компьютер. Ну, понятно. Вы... Давай тогда таймэйс крэш покажем. Стримим вас тогда. А сейчас я от тебя их услышу или от кого? Не знаю. Так.
У меня стрим свой не включен вроде. Так, ну они вроде бы да, играют сейчас. Запускаем. Ну, вот сейчас их нет. Диктатор против боксера. А, нет. А, ну все понятно. Таймэй решил олд. Диктатора Z. Таймэй, ой, ты же термин, ты где? Да, я тут. Опять себя слышу. Ну, вроде прошло. Че, он код забыл? Второй раз ресетят. Не выбрал даже, я что-то ресетнул. Ой, а что там на стриме-то? А, это дурацкая табличка. Кто играет, типа? Так, так, видишь, ты мне перезвонил, скайп, какие-то другие настройки врубил. А, ну давай попробуем. Давай. Так он и не взял пол-диктатора. Все, перезвонил. А чё, и почина здесь? Да. Слышишь? Да. Короче, это я позвонил отцу, спросил. Он сказал, что это из-за грозы тут. Короче, статическое электричество всюду. И мне надо отключить свет, потому что все оборудование может сгореть из-за этого. Ой. Так, ну тут как бы у нас... Кто первую игру выиграл? Так, таймэй. Так что, короче... Все, после этой игры тогда делаем перерыв. Да мне придется сняться с турнира, наверное. Ой, да, у тебя что-то реально какие-то звуки шипения идет. Да у меня тут монитор гаснет, включается, там модем трещит. Че, думаешь, это надолго, что ли, у тебя? Ну, пока гроза не кончится. А чё, она прям каждые 5 минут, что ли, идет? Ну, она как бы продолжается. Ни хрена. Это у вас так это, что ли? В Сахалине так? Не, я не на Сахалине, я возле находки в Приморском крае. А. Ну, я не знаю, как обычно, какие-то новые приколы возникают. Давайте перерыв сделаем после этой игры, а потом посмотрим. Блин. Кто выиграл? Все, короче, чуваки. Я до скорого. Ты слышал, что я перерыв предложил, так что ты смотри. Если и будет возможность продолжить, давай продолжим. Блин. Я позвоню тебе, если что. Ну да, в рамках часа примерно. Это, короче, перерыв полчаса, час сделаем. А там доиграем, короче, потом. Ну я тебе, если что, на телефон позвоню через полчаса. Сообщу обстановку.
На телефон. Ну попробуй. Ага. Ну все, короче, давай. Ага. Давай. Так, все, он отключился. Да. Мы про этого ли вторую игру? Да, но вроде бы таймей выиграл. Так что, он 2-0 получается? Да, да, да. Я опять себя слышал. Потому что Раш играл за диджея, проиграл, и сейчас он за Балрога. Значит, это таймей выиграл. О, ну сейчас вот Раш игру затащил. Ты хоть стрим записывал их боя? Вот именно что я счет, со счета сбился. А, ну вот, 2-1 сейчас. Пользуй таймей. Ох-ох-ох. Думал, сейчас напрыгнет. Толстый со ствол манча в воздухе. Вот ты сейчас себя не слышишь? Себя? Нет. А я вот себя слышу, это значит у тебя там эхо. Колонки или, нет, или что-то. Что у него такое случилось? Видел, он три вилки пропустил просто так. Наверное, хотел как-то влезть. Вот Раш все время не отвык от своей привычки делать вниз-вверх панч этого Супермена в начале раунда. Сайка Крашер, что ли? Да. Так это назад-вперед панч. Нет, это не у таймея,